Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба пошутил, что готов выступать за женскую команду и поехать с ней на чемпионат мира. Его слова приводятся на странице сборной России ВКонтакте. У Черчесова была хорошая шутка о том, что сборная взяла меня в аренду. Многие об этом говорят. Сейчас, как я слышал, и женская сборная хочет взять меня в аренду. Так что, девочки, готовьтесь, на чемпионат мира с вами поеду. Думаю, пройду отбор в команду. Я футболист таранного типа, протараню там всех девочек, сказал футболист. На чемпионате мира 2018 года Дзюба забил по мячу в ворота сборных Саудовской Аравии 5-2-0 и Египта 3-1. После двух матчей группового этапа ЧМ у сборной России 6 очков. Таким образом, команда обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В последнем матче группового этапа россияне сыграют с уругвайцами. Матч пройдет 25 июня в Самаре и начнется в 17 часов по московскому времени. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся.